Так, поиск противников, реактивный кулак, каток, американская тачка. Да, два кулака против. Два кулака против кулака, да, получается? На, ух ты, к сожалению, мячиком я заделся. Так, на тебе, вонючка, готов. Вылетел. Хорош, хорош. Тикс, дальше играем. А, орехи эти, орехи будут падать сейчас. Ага, так, а у тебя там мигалка мешает, да? Что ты будешь делать-то, дружище-то? А, так я и знал, я так и знал. Есть. Так, надо еще раз его щелкнуть. Попробовать. А ну-ка. Ай, под лес ему, под колеса. Давай, давай, давай. Нет. О, орешек меня спас. Так, американская мечта против катка. Ну-ка, давай. Так, есть, щелкнули. И второй раз мы его уничтожили. Здесь я нашел мультиплеер, можно играть против противника, можно сделать ставку 500, а сумма выигрыша 1000. И мы так можем увеличивать. Давайте сделаем 500-очку. Потому что я не знаю, как уровень какой будет. Сложно или нет? Сейчас проверим. Давайте выберем пока синенькую машинку, самую такую простую. А, нифига себе. А тот на автобусе будет ехать? О, тут уже поехал, ё-моё, смотри, тут уже едет. На автобусе. Нам нужно, ребята, срочно выиграть. Ё-моё, если мы проиграем, это будет плохо. Так, все, опередили мы автобус, ха-ха-ха. Автобус, автобус, автобус. Так, здесь мы аккуратненько поворачиваем. Быстренько, надо спешить, звездочку мы забрали. Так, есть, 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 аккуратно. Так, вроде бы автобус там остановился, не едет. Нифига себе. Мы сейчас 1000 заработаем. О-о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 , ты победил, награда 1000. Следующий вызов. Слушай, а давай повторим этот вызов. Подожди, а можно повторить первый вызов? Да! Ставку делаем вообще максимальную. 1200. Все, делаем ставку. Может, сейчас и противник будет мощнее. И выберем красный автомобиль, он побыстрее едет. Он быстрый. А тот тоже на автобусе. Лошара. Он лошара. На автобусе будет. Он не успеет. Ай, давай. В смысле? Алло. Ты куда? Ё-моё, ребята, что происходит? Как так? Как так? Автобус. Он какой-то скоростной. Видимо, чем больше ставку делаешь, тем сложнее. Или что? Я не понял. Алёшки. Ух, мы его опередили. Мы его опередили, ребята. Так, а ну-ка. Звездочки. Смысла нету брать звездочек здесь. У нас здесь ставка огромная стоит. Хотя, может быть, надо звезды брать, не знаю. Но главное первым приехать. Все, мы сейчас приедем первым, и мы победили. 2400 заработали, офигеть, офигеть. Ой, как круто, как круто. Следующий вызов. Давайте, выберем. Ну давайте, а сколько там вообще у нас уровней? Ох, 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 ох. Первая глава. Вторая, ребята, глава. Третья глава. Офигеть, сколько еще играть, не переиграть. Четвертая глава. Она такая длиннющая. А, четыре главы, да? Четвертую главу я не могу открыть, пока я не открою все эти главы. Ну давайте на второй уровень пойдем. Ставка пускай 500 будет. Угу. Так, противник. Интересно, что будет, если я проиграю? Я деньги потеряю или нет? Так, давайте возьмем синенький автомобильчик. Синенький. Так, давай назад. Вот, поехали. На синем. Ох, нифига, тут на джипе будет ехать, ё-моё. На джипе. Давайте, на газ, срочно, быстрее, быстрее. Так, ну вроде бы джип этот медленно поехал, нет? Не знаю. Так, главное, у нас тут у каждого свой путь, ребята. Своя дорога. О-о-о, прикинь, я джипа этого не вижу. Где этот джип? Он медленный какой-то? Блин, надо было ставку максимальную делать. Надо было ставку делать максимальной. Ну, ух ты, уровень очищения, ты победил. В смысле? В смысле? Тут еще ехать и ехать. Как я победил-то? 1000? 1000. Ну, тоже нормально, хорошо заработали. 1000.
Надо, короче, максимальную ставку делать, да и все. Конечно. Так, смотри, он его сейчас отщелкает, и мы можем его ударить. Опа, есть зломбир. Какой же ты сильный. Все-таки на самом деле. О! Бочки. Так. А мы с лосьон покупали, да, этому нашему Бурито Бизону. Теперь он у меня с бочками. Так, лучше. Ой, с этими скользит с лосьоном. Лучше. Да. Так, еще немножко. О, ракетка. Угу. Прыгаем. Бомбочка. Есть, спасибо за бомбочку. Ах ты, ё-моё. Ну, давай еще немножко. Так, сколько у нас уже? 36 тысяч, ну это мало. Это мало, нам еще полицейский мешает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давайте, вонючки, помогите мне. Да, не успели мы. А не успели. Так, давайте зайдем в магазин, посмотрим, что у нас тут можно купить. А ну давай, знаток вкуса купим. А, либо давай бодибилдер. Да, больше урона наносим. И еще есть у меня. Либо спидометр увеличивает твою предельную скорость. А, либо знаток вкуса сохраняет скорость при приземлении на желейных мишках. Вот эту надо купить, чтобы я скорость не терял. Так, а все остальное мы, в принципе, купим. Так, а вот, смотри, вот этот чувак. Опа, на, получай. В принципе, зломбира легко уничтожить. Легко, легко. Так, а вон у нас спидометр стоит. Ага, вон, показывает, какая скорость у нас. 86, а максимальная была 135. О, теряется скорость. Да. Прыгалка. О, 114 у нас. Вот это скорость. Так, 85 скорость. Вижу теперь я. Где нам скорость показывает. Хорошо, в принципе. Будем знать. О, ракетка. Еще прыгаем. А, полицейские меня, смотри, сейчас останавливают. У них на голове этот самый, как его, клешни. Ну, ты чего? Давай, давай, разгоняйся. Разгоняй скорость себе. Давай, вармишка, ну ты чё там летаешь? Поближе не можешь подлететь или нет? Сложно, что ли? А, поздравляем, ты получаешь первую конфету, сохрани ее, она тебе пригодится, когда придет время путешествовать во времени. Вот так вот, конфета какая-то. Дальше, что у нас тут? А, еще какая-то штука. Ладно. Так, клонирование конфеты. Ага, спасибо, не надо. Так, а как мне во времени поиграть, попутешествовать? Давай, спидометр увеличу. Так, пиньяты наполнены более ценными вкусняшками. Хорошо. Хорошо. Чё дальше мне делать-то? Дальше проходим. Так, вот это чё... Ага, смотри. А, получи, зломбир. Злой. Злой противный зломбир. Так, перчаточка. Есть, один раз только вот мне дали на перчатке прыгнуть и все. Пожалуйста. О, да. Прыгаем, 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 прыгаем. Есть. Все. Так, нифига, скорость хорошая. 122. Ага, максимально 170 было. А сколько до этого было, я не помню. Раз, два, три. А, промахнулся совсем чуть-чуть. Так, срам на полицейского. Вот это ж надо же полицейскому здесь быть. Ага. Так, мишки, мишки, мишки. Скоро мы дойдем, может быть, до стены. Но не факт, не факт, конечно. О, силы теряются. Да вы чё, не можете под меня подпрыгнуть? Ай, да.
хорошо.